Последняя минута перед торжественным праздником, как он там называется? А, не, у нас еще 4 дня. Всем привет, ребят! У нас еще 4 дня или сколько, или 3 дня до Святого Валентина, и последняя идея, как можно сделать быстро и много открыток. С каждым годом открыток и маленьких подарков получается все больше и больше, и я не могу этим пренебречь, потому что это традиция здесь, и мои дети получают много подарков, и они хотят тоже что-то подарить своим друзьям, поэтому ничего не поделаешь, придется, в общем, как-то выкручиваться. И на этот год у меня такая суперская идея. Я ее подсмотрела на канале WhatsApp Moms. В общем, идея такая. Вы делаете постер с ребенком, любой, на тему Valentine's Day, но один. Постер делаете на тему любви, в смысле не любви, а на тему Дня Святого Валентина. Что-то красное, розовое, какие-нибудь сердечки, be mine, happy Valentine's, или ну все, что душе угодно. Для этого проекта, вот, чтобы сделать элементарный какой-то плакат, можно собрать все, что есть из крафтов дома, свалить на стол и сделать какой-то плакат. Девчонки вон отовсюду по чуть-чуть берут. Краски, всякие помпоны, клеи разноцветные. Короче, все, что находят. Фотографируйте ребенка. У меня два варианта, даже больше. У меня еще есть вот такая Нина. Нина похожа уже на Каролину, такая взрослая. И распечатывайте эти фотографии. Конечно, гораздо проще это делать на принтере. И у кого есть такой принтер, тот просто счастливец и не может не выходить из дома. И я купила вот такую крафт-бумагу разных дизайнов, но красного цвета и розового цвета. И я просто буду на них сверху клеить фотографию, и это будет Валентинка, все, все работы распечатать и приклеить, все, больше ничего не надо. Вот у меня здесь первый лист, мне кажется, такой лист, вот с такой удачной фотографией можно даже сделать две Валентинки на один такой лист. В общем, сейчас так и буду делать, я вырежу, так как она получилась такая длинная, не широкая фотография. Кромсали. В принципе, можно так наклеить, а здесь слова написать. Но так как они еще будут использовать такие пакеты для маленьких подарочков, мне кажется, такая штука не поместится туда. А половина как раз поместится. Наверное, я буду все-таки делать пополам. Из-за того, что здесь классы миксуются каждый год, то есть там есть поток, 70 человек там примерно. Но каждый год они меняют состав класса. И поэтому к концу там третьего класса дети уже просто знают друг друга всех. И получается у вас не 20 друзей у ребенка, а 70. О! Ну, достаточно мило получается. Мне кажется, что надо, конечно, пошире. Или так. Давайте экспериментировать. Здесь можно каким-нибудь контрастным цветом написать, если хотите. Можно написать. Можно написать некоторым, только самым близким. В общем, такой вариант получился. Мне кажется, симпатично выходит. Таким образом они выглядят. Мне кажется, достаточно мило получается. Каролина еще напишет пару слов здесь. И завтра уже будет дарить, я говорю, реально последние минуты у меня проект получился в этом году. Хорошо, что девчонки вчера с подружками пришли домой, и мы все вместе с подружками делали эти плакаты.
Подружке я тоже отфотографировала и распечатала на фотографии. Отдам сегодня. В общем, вот такая идея, ребят. Надеюсь, что понравилось. И счастливых вам проведений праздников. Я не очень понимаю этого праздника. Но лишний раз шоколада поесть и подарить какую-нибудь открыточку или какой-нибудь приятный сюрприз своим любимым, это всегда классно. Поэтому всем удачи и хорошего вам всем настроения на выходных. Пока!